всегда с вами. Ну что сегодня? Вы меня ждали, и я ждала. Я рада очень вас видеть, или вы меня, потому что я вас не вижу. Но я многих уже знаю, мне многие фотографии наскидывали, всего-всего-всего. И тут, значит, болею, лежу больная, ну уже легче, все. И смотрю, скидывают и скидывают. Посмотри, Бузову. Первый скинул Эдуард Котов, написал, у Бузовой новый видео. Но потом, как начали один за одним, думаю, не, пора подниматься, хватит болеть. Этот буду, посмотрю. Ради вас встала сегодня. Хотя первый за Бузову мне всегда Артем Гавришов писал. Артем, а что это ты меня забыл? Я даже могу обидеться. Не пишешь, не этот, а может писал, может я пропустила. Ну не смотрела ничего, очень плохо было. Ну ничего, сейчас уже выздоровела, уже здоровая, поэтому что смотрим? Смотрим и смотрим. Бузова не виновата. Не виновата я! Он сам ко мне пришел, помните? И тут не виновата. Поехали? Поехали! На дискотеке так девчатам одиноко. Стоят в углу и крутят локон. Одинокие девчата так хотят. Ольга Бузова in the house. Но я не виновата, что дэнсит ребята, что дэнсит ребята. Одни без девчат, но я не виновата. Я не виновата, что любят ребята других ребят. Одинокие девчата так хотят потанцевать, но нет ребят. Песня моей юности, точно, точно. И я верю ей, что она не виновата.
что верят, ой, любят ребята других ребят. Даже рэпчик прочитала. Мне понравилось. Песня веселая, даже про гомиков этот. Ну, значит, современная, значит, не моей юности. У нас раньше эта тема была запрещена, не говорили и так прям не афишировали ее. Где-то это было как какое-то явление, один гомик там, ой. А сейчас поголовно этим хвастаются, эти бирочки прям вешают. Ну, это их проблемы, их дела, я так считаю. А наши, Олечка молодец, такая современная, видите. И мне бы ее монтажеров, я бы тоже так спела, по-моему. А фанаты, конечно, будут ее в отпаде. Вы видите меня как завело. Другие могут не понимать, ну, знаете, вот, я другой раз удивляюсь, что вы слушаете там такие эти, посмотри, о, как это, а мне сын говорит, ма, лучше не смотри. Ну, решила не делать это, а просто посмотри, знаете, в упаде, чем в отпаде полном. А так, конечно, на вкус и цвет товарища нет. Она вот ей нравится, она поет, фанатам ее нравится. Ну, может, кто-то за это. Ну, а мне понравилась песня моей юности, конечно, понравилась. Тем более такую важную тему для девочек она подняла. О, что где же ребята? Ребята, девчата скучают. О, молодец, проблема такая очень насущная современно. Ну, я шучу, я шучу. О, другие не понимают моего юмора другой раз. Наверное, или я старая, или они сильно молодые. Ну, бывает. А так, Оля молодец, спела, пой, Оля, не стыдись. Мы тебя поддерживаем. И я верю, что ты не виноват. Так что пока-пока, до новых встреч. Да, не забудьте нажимать на колокольчик, ставить лайки, подписывайтесь на канал. Давайте. До новых встреч. World business. 핵심 섭외 else need.